Соперник Влада Туйнова, Эдуард Файт, оказался выходцем из Казахстана, неплохо говорящим по-русски, но теперь защищавшим цвета немецкого флага. Удары Туйнова оказались точнее и ощутимее, и счет стал уже 2-0 в пользу школы Чадиных. Можно было, конечно, лучше отработать, это всегда так, но я рад, что я смог отстоять честь школы, защитил честь наших тренеров. Когда выходил, переполненный зал, коленки не тряслись? Да, как-то все равно было. Я особо не обращал на это внимания. Как бы, можно сказать, даже не заметил этого, то, что в зале столько народу сидит.